Ох, зритель, это третье видео за сегодня, и оно даже на камеру, а не на шортс. Я не помню, последний раз я писала шортс или все-таки видео. Короче, у меня тут будут парфюмы на октябрь. Так как у меня в пустых баночках оказалось вот это вот мое любимое счастье, тут еще капли осталось. Еще капли осталось, ешкин кот! Еще можно на себя это вылить. То я решила юзать вот это вот Common Evidence, лимитированная коллекция, фиг знает какого года. Что тут у нас тут? Парфюмерная вода, это туалетная вода. Тут уже так все стерлось, что ни черта не понятно. Как-то как бы видно, но не видно. Мне, по крайней мере, ни черта не видно. В общем, кто помнит вот этот флакончик? Он парфюмерка или туалетка? Вот и Common Evidence, Yves Rocher. Похожий на Yves Rocher. Я еще когда что-то там случилось, наверное, первые санкции против России случились в каком-то там году. Я подумала, что вдруг Yves Rocher не будет поступать в Россию. Как я буду жить без Common Evidence? И Avon услышала меня. Что удивительно, Avon же не изначально американская фирма. Хоть и с большинством производства в Польше. Привет, Ай. Короче говоря, Avon меня услышали, не знаю как, и создали такой парфюм, как Prima. Avon Prima, у которого стойкость аж 8 часов тогда была заявлена. Я помню, тогда еще была представителем Avon. Недолго, это сейчас скажу. Эти, в общем, как бы духи. 11 декабря 2015 года они. Да, это парфюмерная вода, 50 мл. Я знаю, что у них вроде потом у Примы была какая-то версия еще этой Примы. Тут какое-то пятно на этом флаконе. Но я не пробовала другую Приму. Или пробовала, но она мне не зашла. Ну, короче говоря, не знаю. В общем, у меня вот эта Прима. Она очень долгоиграющая, очень экономичная. Вот знаете, она с 15 года со мной. Сейчас 31 октября 24 года. 19.08, если быть точной. И она все еще со мной, она все еще вот, ну, как бы есть. И она очень напоминает вот этот аромат. Когда она вышла, я так подумала, вау, ну, если с Yves Rocher не случится, то у меня теперь будет Prima. В общем, и третий парфюм, это кто-то из вас, дорогие зрители, мне дарил. Вот эти-то я сама покупала. Это Soy Elixir Purple Yves Rocher. Я помню, раньше мне фиолетовый эликсир очень не нравился, мне как-то удушающий казался. Еще больше вонял для меня пластилином, чем оригинальный Soy Elixir. Soy Elixir Blue Essential у меня был. Я покупала, мне дарили. Но он закончился. Я не знаю, продается он сейчас или нет. Но, в общем, вот этот я тут, может, неделю назад рукой в своей корзиночке с парфюмом, который никак не засмэрю. По собственному желанию ведь собралась засмэрить. Но вот все как-то никак. Голова болит, то все. В общем, сунула руку. Думаю, вау, чуть такой фиолетовый. А это он. И он так вкусно, обалденно пахнет. У него там нотки какие-то, вот самого эликсира есть. Нотки какие-то немножко, несколько нот любви есть. По-моему, у меня несколько нот любви еще живы. Ну, в общем, какой-то немножко малинка, немножко пластилином, немного еще чем-то таким фиолетовый. Такой обалденный. Он сейчас вот даже так красиво смотрится от панели моей этой световой, которая сзади камеры стоит. Да, кстати, люди, я сегодня пришла к мысли, что мне не хватает для полного счастья, когда я снимаю обзоры одежды, шортс или типа того, фона какого-то конкретного, потому что, ну, не всегда есть возможность на фоне занавески снимать, и не всегда оно как бы так, как хотелось бы. И фигни, на которые этот фон ставится. Если вы более в этом подкованы, чем я про это еще в телегу пост писала, то дайте мне знать комменты, потому что я как бы сейчас выбираю эту штуку, на которую это вешается. Ну, я так поняла, что она, как бы, может, у меня сейчас просто в этот период жизни чуть более финансы менее поют романсы, потому что я глянула, думаю, 2000 всего лишь вот эта вот фигня, ну, более-менее, которая стабильная. И сколько-то там этот фон стоит, фотофон, я не глядела, но я так поняла, что, может, ну, если вы в этом более понимаете, что лучше брать, как материал фотофон или как вот рулон бумаги? Как рулон бумаги, я сегодня еще даже подумала, что на нем можно что-то нарисовать. И вот рисованный фотофон для шматья. Короче говоря, в общем, вот этот вот фиолетовый флакончик. Я его тут юзаю последние несколько дней. Я поняла, что в ноябре я хочу юзать Common Evidence, который еще жив.
И Фрашевский вот этот фиолетовый свой эликсир, пюрпль. И похожий на Ифрашевский Common Evidence Avon Prima. Если вы что-то подобное используете или собираетесь пользовать, или пользуете что-то другое, поделитесь со мной в комментариях. Я с удовольствием почитаю, по возможности поставлю вам сердечко и по возможности отвечу на ваши комментарии. Если хотите поддержать канал, где-то будет облако, я вам скажу спасибо. Если вы ждете АСМР, то у меня есть открыт донат на коробочку чайную с чаем. Ящичками и чайничком с чашечками как раз на СМР. Можете подсобить и подкинуть бабла. Ну, я вам скажу спасибо. Ну и спасибо за просмотр. Пока!